нагадаємо, що у нашій студії знаходяться переможці конкурсу від торгової марки Tubo. Це наймузичніший бренд. А наймузичніший канал М1, звичайно, підтримує цей бренд і переможці конкурсу «Відеофанія». Переможці звати гурт «Кліка Project», і ми спілкуємося власне про їхній кліп, який переміг у цьому конкурсі. І в нас вже є телефонний дзвіночок із додатковим запитанням. Алло, хто там? Привіт. Привет. А мне, ну, есть один вопрос. Какую вы музыку слушаете? Так, конечно, очень непонятно всем людям, кто знает, какую мы слушаем музыку и наше отношение в итоге к хип-хопу и к R&B. Mm-hmm. Потому что я вырос на такой музыке, как Pet Shop Boys, Kids on the Block, то есть попсовые группы конца 80-х, начала 90-х. Кирилл, как говорил, это Prodigy, Fatboy Slim. Третий наш человек Яроши вырос на живой музыке, на тяжелой. И в итоге каждый приносит какое-то свое течение, и в итоге получается вот такой вот стилистический каламбур. Интересно. А Скуратовски вы уже выросли, все в порядке или нет? Или вы еще растете? Да, мы уже так выросли, что уже вообще. Что уже вообще музыку не слушаем, понимаешь? Конечно, все рассказали, кто на чем вырос. Да, я сижу, молчу, жду. Пацаны, ваш клип называется, який переміг, власне, Pickup Club. Чему сама такая назва? Название вообще придумал Кирилл. Пикап подразумевает под собой тактику съема, и там очень много психологических элементов в этой песне раскрывается, таких как NLP, нейролингвовая психология и метод Эриксона. Об этих вещах, я думаю, не каждый, кто слушает песню, вообще знает и понимает, что это такое. Думаю, Кирилл сейчас... Я уже буду задавать вопросы вам. Пацаны. Мне скажут, нет, это я не буду отвечать на этот вопрос. Кирилл может ответить. Кирилл может відповісти, а у нас есть сюжет. И давайте его подивимося так, а потом будем продолжать с вами спілкуватися. Готуйтесь, у нас до вас еще много цікавих запитань. Я думаю, глядачі також хочуть почути ці запитання и почути на них відповіді. Ну а зараз давайте сюжеток. Що, власне, відбувалося під час цього? Команді молодих хіп-хоперів Кліка Project із Краматорська 8 років. Їхній стиль важко описати з першого разу. Музика Кліка Project дивним чином поєднує в собі треш та елегантність. Коктейль зрозумілий далеко не кожному. Кліка у перекладі з французької – гурт однодумців. Самі ж однодумці – це засновник і ідеолог Санчо Нео, MC та бітмейкер Яроши і на додачу ударний Слайк. Хто би сумнівався, такий язик точно до Києва доведе. Невгамовним реперам забракло слави місцевих зірок, і хлопці подалися до столиці. Команда взяла участь у конкурсі аматорських кліпів «Відеофанія» від Туборга. На конкурсному сайті прихильники клікнули на кліку безліч разів. З-поміж 300 інших учасників кліка виявилися найкрутішими. Назвати цей кліп аматорським у музичних критиків навіть язик не повернувся. Відео на пісню «Pickup Club» хлопці знімали на звалищі під Запоріжжям. Персонажі кліпу – кумедні закохані руді створіння. Так і знайте, тваринам не чуже ніщо людське. У якості призу за перше місце кліка отримали можливість безкоштовно відзняти кліп під керівництвом режисера Віктора Скуратовського. Нова пісня, що стане основою для відеокліпу, теж розповість про кохання. Учасники Кліка Project обіцяють, це буде незвична композиція. Сюжет побудований довкола сварки між закоханими. Кульмінацією кліпа стане гітарне соло, незвичне для стилю хіп-хоп. Прем'єру нової роботи ви зможете побачити вже найближчим часом на каналі М1 у програмі «Guten Morgen». Ну що ж, ми побачили, що ви кліп знімали на смітнику. Як ви встигли принюхатися? Як вам було? Ну, коли одягали маску, було проще, звісно. Це було дуже жорстко, тому що цілий день ми просиділи в цій вигрібній ямі весь світовий день. Коли закінчили знімати, ми просто зняли одежду, ну, тебе, наприклад, викинули. Ее невозможно было не отстирать. Серьезно? Даже, ну, просто было ее даже домой заносить. Ну, стрёмно. Неприятно, да. У меня дома успели принюхаться тоже. Где я был, поняли сразу. Классно. До речи... Занимался творчеством, все сказали. Ти, Боря, як режисер, це твоя ідея, так? Відіслати пацанів на смітники, щоб вони там знімали кліпчик. Ну, сама, взагалі, сам, як би, образ позаїмствован у одного такого дуже хорошого фотографа із Краматорська, нашого так, друга общого. Вот. А сама идея уже нацепить вот этих вот полулюдей, полуживотных к
клубной жизни привязать к этой мусорке, все это на этом закрутить, это уже вот плод моего больного воображения. А дорого тебе обошелся цей кліп? И пацанам, власне? Эмоционально, да. Материально? Ну, материально вложились. Ну, купить эти маски сколько коштует? Маски, позаимствованы у этого фотографа, который этот образ как бы для себя так придумал. Нам это очень понравилось, и как-то вот у меня так сложилось, сразу только я увидел эту фотосессию, сразу у меня стала картинка, что вот обязательно мусорка, обязательно вот такие вот полулюди, полуживотные. Лучше просто скажи, сколько аренда мусорки стоила? Да. Ой, аренда мусорки. Или это вы строили локацию? Нет, это долгие переговоры с охраной мусорки. Долгие переговоры на самом деле ни к чему не привели. Мы нашли яр на краю свалки, который также и дымил, и ничем не отличался. Я думаю, что они боялись, что вы что-то украдете и поломаете что-то у них на мусорке, поэтому они вас не пускали. Может, они вначале боялись, но потом, когда мы там в перерывах между съемкой уже внизу, но выходить оттуда очень сложно из этой мусорки. Мы прямо там сидели, ели бутерброды, когда вокруг все тлеет, все дымит. Пили коньяк, и поэтому сложно было. Они стояли вокруг, а рядом лежали эти головы, они стояли, нас снимали на мобильные телефоны, смеялись, думали, что это за придурки там сидят. Скажи, у меня вопрос к господину Скуратовскому. У вас есть какое-то ограничение по бюджету, по клипу, который вы будете снимать? Честно. Не скажу. Блин, я какой-нибудь вопрос не задам, мне постоянно игнорируют. Следующий, что ж такое? Так, дело в том, что вообще, на самом деле, бюджет, конечно, это важная штука вообще-то вообще во всем в жизни, да, но что касается творчества и искусства, то бюджет это как раз не решающее звено. Согласен. Не, в данном случае, например, сказали, ребята, вот вам N денег, на них и снимайте. И хотелось узнать, будет этот N денег такой минимальный? Ну да, там типа, вернее, нет, вот как. Мы сейчас как раз в процессе создания идеи и подготовки, и поэтому бюджет, в общем-то, он и складывается. Мы этот бюджет предоставим, так сказать, тем, кому надо предоставить, и нам скажут, ого, ребята, типа, попуститесь. То есть ты так много сказал, в итоге нифига мне не ответил. Спасибо тебе большое. Ну что, пацаны, дякую. Продуктивной вам співпраці. Чекаємо вже новий кліпчик від гурту Кліка Проджект на найкращому музичному каналі M-Dix. Скоро, друзья мои. А сейчас мы смотрим короткие динамичные информационные ролики и наслаждаемся вкусным пивом Туборг. Вот так вот. Таня, все, можно выходить из этого.